Скажите, пожалуйста, с чего начиналось творчество Виктора Зинчука? Мое творчество начиналось, как и у всех моих ровесников, мальчишек, в школьном ансамбле. Гитары делались, выпиливались из деревяшек, не все могли их сделать, они делались на заказ, или же вставлялся звукосниматель. Первая моя гитара, она была семиструнная, я ее с помощью от консервной баночки, вот такой железки, переделал на шестиструнную, и так делал не только я. С этого все и начиналось.